Привет, друзья! Российский военно-промышленный комплекс продолжает наращивать производство военной продукции. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил работу цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны. Завод выпускает зенитные ракеты для ЗРК С-300 «Фаворит», ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРК С-350 «Витязь». Руководство завода сообщило, что существенно увеличило производство в рамках гособоронзаказа и будет дальше увеличивать выпуск ракет. Министр отметил, что нужно дальнейшее сокращение срока ввода в строй новых производственных мощностей концерна за счет синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.